Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала! С вами я, Ольга Демчук, практикующий психоаналитик. И в этом видео я бы хотела начать цикл ответов на вопросы о детской травме. Очень часто на наше решение, на наш выбор влияет нечто, спрятанное в нашем бессознательном. И мы понимаем, что мы поступаем нелогично, мы понимаем, что мы деструктивно принимаем решение, но мы не можем остановиться. Что-то внутри очень мощное, как будто хорошо заряженный магнит, влияет на ход наших мыслей, на принятие наших решений. И чаще всего таким магнитом является травма, перенесенная в детстве. Я бы хотела подробно рассказать о каждой травме и о том, какое влияние она может оказывать на человека. И чтобы в полной мере осветить этот вопрос, я начну с травм, которые могут произойти внутриутробно. Когда женщина принимает решение родить ребенка, многие говорят завести ребенка, то это решение у нее может быть связано со многими причинами. Очень многие женщины рожают детей не потому, что они хотят стать матерями, а потому что пришло время, или же настаивает муж, или же возраст такой, что я должна родить прямо сейчас. И ребенок, который находится в утробе матери, становится заложником материнского состояния. Еще катастрофичнее, когда беременность случайная, и женщина вообще не готова стать матерью. Или же бывают моменты, когда женщина подверглась изнасилованию, забеременела и не хочет делать аборт. Или же бывает так, что женщина беременна, и во время беременности ее бросил муж. Все эти состояния повлияют на психику ребенка. Самая основная проблема заключается в том, что ребенок, находясь в утробе матери, воспринимает ее состояние как отношение всего мира к нему. То есть, если мама ждет ребенка, если мама любит ребенка, то ребенок в фундамент своего мировоззрения заложит мир, который его любит и который готов его принять. Если же мать относится негативно к ребенку и уже заранее воспринимает ребенка как того, кто разрушит ее жизнь, изменит поток ее событий в худшую сторону, то этот ребенок уже воспринимает этот мир, окружающий его, как отторгающий, как мир, враждебно настроенный к нему. И все эти мировоззрения потом переносятся и дальше. Если ребенок родился, а мать не меняет к нему отношения, то этот ребенок даже не будет подозревать, когда растет, что его картина мира, то стекло, через которое он смотрит на мир, сформировалось давно и не имеет ничего общего к реальности. Состояние матери, отношение матери к ребенку формируют восприятие человека, мира вокруг него, как враждебного, отторгающего, нападающего, или же как дружелюбного, принимающего, любящего. Сейчас давайте подробно остановимся на том, какие травмы могут быть внутриутробно и какие последствия могут быть у этих травм. Если же мать хотела сделать аборт, то этот ребенок понимает, что сейчас ему надо замереть и не двигаться. Производить как можно меньше движений для того, чтобы не напоминать матери о своем присутствии. И таким образом ребенок первый раз в жизни блокирует свою активность. Такие люди, когда рождаются, вырастают, они рассказывают на сеансах психоанализа о том, что им очень сложно совершить какое-то действие, им очень сложно принять какое-то решение, как будто что-то внутри давит на них, запрещает им это, и они не могут с этим ничего сделать. Ни о какой отсутствующей мотивации и лени здесь речь не может идти. Лени у нас не существует. И лень – это парализованная активность человека. Если эта активность парализована, то на это есть очень веские причины внутри. Поэтому эти причины необходимо достать и осознать. Какие еще могут быть травмы внутриутробно?
Например, когда ребенок находится в утробе матери, и он крутится, то пуповина может обмотаться вокруг его шеи. Такой ребенок фиксируется, и он тоже не может двигаться. Его состояние будет похоже вот на ту травму, которую я писала, когда мать хотела сделать аборт, и ребенок замирает. Здесь тоже ребенок замирает, и он понимает, что каждое его действие может его убить. У таких людей во взрослой жизни тоже происходит парализация активности, но несколько другого порядка. Они очень боятся допустить ошибку, допустить действие, потому что для них действие равняется смерть. И для того, чтобы преодолеть этот внутренний страх, они становятся очень интенсивными в проявлении. То есть они избыточно, они громко говорят, когда заходят в компанию, они напористо что-то требуют, они кажутся нам давящими. Когда внутриутробно произошло обвитие пуповиной, то у этого человека возникает страх змей. И змеи ему будут сниться как нападающие, как враги, которые могут лишить его жизни. Если обвитие пуповиной произошло очень рано, то есть на ранних стадиях беременности, то это парализовывает человека, и человек понимает, что ему можно делать только определенный спектр действий, а остальное делать нельзя. Неоднократно я встречалась со случаями, когда ребенок был нежеланный. Если ребенок нежеланный, то, рождаясь, он понимает, что таким, какой он есть, его не примут. И этому ребенку надо стать очень удобным. А для того, чтобы стать очень удобным, ребенку необходимо отключить свою индивидуальность. Когда индивидуальность отключается, то автоматически отключается и тело, и эмоции. Для того, чтобы не чувствовать боль от неудовлетворенных эмоций. И если ребенок нежеланный, то этот ребенок перестает быть самим собой и становится тем, кто абсолютно удобен и устраивает свою мать или своих родителей. Также во время беременности могут произойти события, например, вот у меня есть из практики случай, когда мать оперировали, матери вырезали аппендицит. И эта женщина, она думала, что то, что с ней происходит, вот эти вот боли в животе, это связано как-то с беременностью. И она очень долго не обращалась к врачам. И организм подвергся очень большой интоксикации. И ребенок тоже участвовал в этой интоксикации. Он тоже был отравлен. И когда матери вырезали аппендицит, то этот ребенок пережил вместе с матерью этот страх. Ребенок внутриутробно находится в таком полусонном состоянии, он как будто дремлет. И если у матери большой стресс, то этот ребенок как будто пробуждается внутриутробно. И его сознание включается раньше, чем надо было. И такие дети, они когда рождаются, они могут быть похожи на маленьких старичков. То есть в их глазах уже есть какая-то осознанность. Это не детский взгляд, а какой-то взрослый, наполненный какой-то мудростью и страданиями. И, например, у таких детей, матери которых принесли какой-то стресс, какие-то болезни, у них будет страх потерять мать. То есть это будет повышенная тревожность и будет потребность, чтобы объект всегда был рядом. И когда этот уже взрослый человек начинает испытывать страх, что, например, жена или муж уезжает, или же уходит, он чувствует панику, которая нарастает, это может быть связано с тем страхом, которую он пережил внутриутробно, то есть страх навсегда потерять объект. А также во время беременности, если, например, мать не могла нормально питаться, то есть она там доголодала, допустим, не было денег, то этот ребенок может впитать в себя вот этот вот страх, что наступит голод. И такие люди к еде относятся очень особенно, у них еда равняется жизнь. Они делают какие-то неимоверные запасы, и для них очень важно, чтобы их холодильник был наполнен. Также внутриутробно может произойти просыпание ребенка, когда произошел стресс, например, вот у матери одной моей клиентки умер отец, когда она была беременная, и клиентке произошло вот это вот пробуждение внутри. И
когда ребенок пробуждается внутри, он себя чувствует в черном, замкнутом каком-то пространстве, где у него нет никакой возможности, у него безысходность. И у таких людей, которые внутрипробно пробудились, может потом возникать страх замкнутых пространств, таких как лифт, например. Или же, когда их забирают в комнате, у них может начаться паника, что они сейчас умрут. Когда возникают события, схожие на те, которые были тогда, когда была получена травма, то даже малейшая похожесть происходящего на то, что было тогда, может пробудить эмоциональное состояние, которое было в прошлом. Вы представляете, насколько страшно младенцу, который пробудился вот в этом замкнутом пространстве, и он понимает, что он не может ничего сделать. У младенцев всегда эмоции, они избыточные, они глобальные, они громадные, они затапливают. Потому что если взрослый человек чувствует какую-то эмоцию, он может это как-то объяснить себе, как-то поговорить себе, допустим, там, не бойся, лифт сейчас откроется, и ты выйдешь. Но если у этого человека был стресс, была вот эта детская травма, то он падает по ступенькам вниз и закатывается в это эмоциональное, сокрушительное, аффективное состояние младенца, который не может предпринять абсолютно ничего. И если у вас есть такие панические атаки, если у вас есть глобализированное эмоциональное состояние, которое вас затапливает полностью, и вы чувствуете себя неадекватным в эти моменты, вы понимаете, что вы не можете ничего сделать, то, скорее всего, вы попадаете в какую-то детскую травму. Громадное количество травм ребенок может получить во время рода. И об этих травмах я расскажу в следующих передачах. Надеюсь, вам было интересно, и, возможно, кто-то больше что-то понял про себя. А я приглашаю вас подписываться на наш канал, нажимайте внизу колокольчик, пишите свои вопросы, и на самые интересные из них я обязательно отвечу, записав для вас видео. Желаю вам всего хорошего. До свидания.